Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Mana Sankt-Peterburgdagi Kubi gubernatori ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun final jang. Final jangga xudo xohlasa 5 nafar bokschimiz ringga ko'tariladi. Do'stlar, barcha janglarni sizlarga jonli efirda biz namoyish etamiz. Birinchi jangchimiz esa Abdumalik Xoliqov ringga ko'tariladi. Keyingisi esa Mirzahamidov Nodirjon. Undan keyin Zoirov Shahobiddin, Miraziz Mirzahalilov va Bahodir Jaloliflar ringga ko'tariladi. Xudo xohlasa hamma boyni biz promo efirda sizlarga namoyish etishga harakat qilamiz. Promo efirga kirib kelganlar esa bitta-bitta like bosib, kommentariyaga omad deb turamiz. Xudo xohlasa 5 nafar bokschimiz ham oltin medallarini olib qaytadi degan umiddamiz. Akalar va ukalar, assalomu alaykum. Yangi kirib keladiganlar bitta-bitta like bosib qo'yamiz. Mana 50 ga yaqin odamimiz kirdi. Like nimaga so'rayman ko'pincha? Shubha boshqa yurtdoshlarimiz ham promo efirda, jonli efirda, ya'ni jonli efirda namoyish ko'rishi olsin degan umiddaman. Bitta-bitta like bosib qo'yamiz va jangni jonli efirdan tomosha qilamiz. Assalomu alaykum, yangi kirib kelganlar. Akalar, agarda sizlarga qotmasdan yaxshi, chiroyli ko'rinadigan bo'lsa, bitta-bitta plus-plus yozib qo'yamiz chatga, shunda men ham bilay sizlarga qotmaydiganini. Do'stlar, eslatib o'tamiz, agarda o'z omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada omad silkasini qoldiraman, o'tib omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Дорогие друзья, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Ну вот я прямо сейчас врываюсь в эфир как раз в такой важнейший, интереснейший момент нашей трансляции, потому что я буквально был за кулисами в эту минуту. Мы делали такой экспресс-репортаж, чтобы все тоже вам показать, рассказать. Ну, я все напомню, что мы с вами смотрели первый бой нашей с вами финальной программы. Очень интересный получился поединок между Алексеем Мазуром и Габилом Мамедовым. Ну, к этому бою я еще вернусь. А сейчас давайте все внимание на экран. Итак, мы с вами смотрим поединок, финал весовой категории 60 килограммов. И сразу же я представлю красный угол в этом бою. Альберт Батыр Газиев против Абдумалика Халокова. Россия, Узбекистан. Давайте посмотрим этот поединок, потому что в данном случае это уже бой за золото, за первое место. Ну, сегодня...
Вот у нас есть повторы сегодня, все очень красиво, здорово, настоящий праздник бокса. Ну, а я от себя добавлю, что Альберт Батыргазиев уже неплохо выступает на профессиональном ринге, и здесь даже он не только провел 3 поединка, одержал 3 победы, но еще и он выиграл пояс по версии WBA Азия. И сейчас мы с вами как раз имеем возможность посмотреть за Альбертом у нас в Санкт-Петербурге в финале Кубка Губернатора 2021. Уже не раз отмечали мы в наших трансляциях, и не только в трансляциях, очень хорошую, уверенную манеру Альберта. Вы видите, что он левша очень хорошо работает и правым джебом, и подхватывает постоянно левой. И в жизни очень приятный молодой человек. Он был у нас в комментаторской кабине, он рассказывал о своих жизненных увлечениях, о том, что поначалу, многие из вас знают, он занимался кикбоксингом и очень неплохо занимался кикбоксингом. Поэтому действительно разносторонний, одаренный боксер. Qotgani yo'q, hammaga yaxshi ko'rinyapti. Qotmagan bo'lsa plus plus yozib olaylik. Agar qotgan bo'lsa minus minus yozamiz. Do'stlar, 200 ga yaqin odam ko'ryapti. Bitta-bitta like bosib qo'yamiz. Boshqa yurtdoshlarimizga ham shu xabar borsin, jonli efir tomosha qilsin. На центральном зале Сибур арены сегодня большое количество зрителей. Сегодня в пределах разрешенных Росатрепнадзором различных, как вы сами знаете, ограничений. Это все выдерживается. И действительно очень-очень много народу сегодня здесь в зрительном зале. Ну, в общем-то, это и правильно, потому что финалы, да, финалы Кубка Губернатора 2021, губернатора Санкт-Петербурга. Ну, в зале очень много почетных гостей. Вот я только что видел. Здесь находится у ринга в зоне рингсайд. И, конечно же, Умар Кремлев здесь, и президент Федерации бокса Санкт-Петербурга Максим Владимирович Жуков, и президенты других спортивных федераций. И сейчас также вы увидите руководителей города Санкт-Петербурга. Ну, одним словом, все это мы с вами увидим в процессе сегодняшнего финального дня. Ну, вот видите, давайте посмотрим бой. Вот так вот, с улыбкой, с шуткой, боксеры выходят из клинча, из ближнего боя. Работает уверенно первым номером Альберт, он все видит, считает. Ну, очень хороший у него тайминг, и действительно и турнир-то этот проводит, он на одном дыхании. Поэтому я думаю, что он идет сейчас, конечно, к золотой медали, к победе. Ну и, конечно, естественно, вы тоже понимаете, что его соперник с этим не согласен. Давайте как раз сейчас понаблюдаем за синим углом. Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari. Yana bir bor sizlarga eslatib o'tamiz, 5 nafar jangchimiz bugun gubernator kubogida finalga chiqqan. Eslatib o'tamiz. Birinchimiz Abdumalikov, Abdumalik Xaliqov, ikkinchisi esa Mirazbek Mirzahamidov Nodirjon. Ming bor uzr so'rayman shoshiladiganim uchun. Ancha bo'ldi promo efir qilib bermadim sizlarga. Shuning uchun shoshib qolyapman. Ming bor uzr so'rayman. Boshidan ko'p kommentariyaga yozib tashlamanglar, to'g'ri gapirishni o'rgandim. Hayajonlanyapman. Sizlar juda ham ko'payib ketdinglar. Shuning uchun ko'p gapirmasdan yana bir boshdan tanishtirish boshlayman. Xaliqov Abdumalik, Mirzahamidov Nodirjon, Zoirov Shahobiddin, Mirazbek Mirzahalilov, Bahodir Jalolov ringga ko'tariladi bugun final jangi. Xudo xohlasa qo'llab-quvvatlab turasizlar, bitta-bitta like bosasizlar. Nasib
yuzlar yorug' bo'lib 5 ta medalni, 5 ta oltin medalni O'zbekistonga qaytarib olib kelasiz. Olib kelishadi, xudo xohlasa. Заготовок всё вот сейчас надо показать, надо выложиться, надо искать счастье в атаке. Да, постоянно таким вот правым джебом выцеливает своего соперника Альберт. Ну и, конечно, абсолютно правильно вы говорите, Абдумали Халоков защищается, ну и пропускает, смотрите, довольно-таки много. И снова пропускает. По традиции очень много у нас болельщиков команды Узбекистана. Они тоже поддерживают своего, конечно же, любимца. Россияне сейчас, вы слышите, скандируют «Альберт, Альберт». Бой подходит к концу. Это не просто бой, это финал. Финал большого, серьезного международного турнира. Давайте просто посмотрим концовочку этого боя. Альберт молодец, продолжает работать уверенно, первым номером. Aziz do'stlar, savol kelyapti, kommentariyaga ming bor uzr, fikrlaringiz bo'lganligim uchun. Bahodir Jalolov ham eng oxirgi jang bo'ladi. 10 ta boy bugun, 10 ta boy bu ikkinchi boy o'zi. Xudo xohlasa 8 ta 7 ta boydan keyin Bahodir Jalolov ham ringga ko'tariladi. Do'stlar, issiqqina choyni oldilaringa damlab kelib, bemalol ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Uzr, promoy efirni uzmasdan sizlarga 4 nafar o'zbek bokschini shuni namoyish etamiz. Bundan keyin aytdim-ku, shu sanab o'tgan barcha bokschilarimiz ringga ko'tariladi. Mirza Hamidov Nodirjon chiqadi bundan keyin. Keyingisi esa Shohobiddin Zoirov chiqadi. Mirazbek Mirza Xalilov keyin davom ettiradi. Shu bilan ozgina perirev qilamiz. Oxirgisida esa Bahodir Jalolov ringga ko'tariladi. Do'stlar, shuncha mehnat qilganimiz uchun bitta-bitta like bosib qo'yamiz. Like'imiz mutlaqo sizlar uchun tekin. Уже известен один чемпион, это Алексей Мазур. Особенно приятно, что эту победу он добыл здесь, в Петербурге, на родном ринге. И, конечно, вот сейчас последует церемония награждения. Вы сами услышите, как тепло будет встречать этого замечательного боксера. Ну вот в концовке... уже начинает что-то показывать. И, конечно же, Абдумали Халоков. Но звучит гонг. Еще один финал завершен. А, достлар, хар бир джайны Джон Лисле корасыда. Ходжи Бола, савол берген экенле. Сейчас мы с вами посмотрим, наблюдаем за судейским решением. Akalar, bu jangni telekanaldan olib bermayapti, faqat bizni YouTube kanalimizdan i yana bir ikkita kanaldan olib beradigan bo'lishi mumkin. Lekin hozir biz uzmasdan sizlarga ko'rsatib boramiz har bitta boyni jonli efirda. Единогласным решением судей победу одержал и стал победителем Кубка губернатора Санкт-Петербурга по боксу весовой категории до 60 килограммов боксер из красного угла. Да. Достар, мана бізге біттегіна жанчымыз Абдумалик Халиков ютқазып қойды. Худа хақласа kayfiyatni tushirmaymiz. Yana 4 nafar bokschimiz bor. Xudo xohlasa ular 4 ta 6 medalni oladigan umiddamiz. Kommentariyada gumillatib qo'llab-quvvatlab turamiz. Uchirmayman, lekin faqat zukini uchirib qo'yaman. Hozir muzika bo'ladi. Shuning uchun muzika bo'lganligi uchun uzib qo'yadi. YouTube qonun-qoidasiga to'g'ri kelmaganligi uchun men zukini uchirib turaman. Qachonki biz bokschimiz ringga chiqib bo'lgandan keyin, muzika tugagandan keyin sizlarga namoyish etamiz yana.
рождения приглашаются вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Михайлович Петровский, руководитель спортивной федерации бокса города Санкт-Петербург Максим Владимирович Жуков, президент Международной ассоциации бокса АИБА Умар Назарович Кремлев и генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Андреевич Щекутин. Umid Jek, aka nima bular hakamlar xato ishlayapti-ku debsiz. Hakamlar xato ishlagani yo'q, tan olish kerak. Abdumalik Xoliqov omad salgina chopmadi va qo'ldan boy berdi. Xudo xohlasa kelgusida yaxshi janglar kutib qolamiz. Do'stlar, pока bizda yurtdoshimiz ringga ko'tarilguncha bitta layk bosib, do'stlarimizga ham podelitsiya qilib yuboramiz, shu boshqalar ham jonli sizlarga o'xshab jonli efirda tomosha qilishsin. Do'stlar, 500-600 ga yaqin odam ko'ryapti ekan, lekin laykimiz hali 200 taga ham yetgani yo'q. Akala ovozini oching deb kommentariyaga yozyapsizlar. Ovozini ocholmayman, chunki YouTube qonun qoidasiga to'g'ri kelmaydigan muzikalar qo'yilyapti. Shuning uchun hozir agar ovozini ochsam, onlayn translyatsiya jonli efirda shundagina uchirib qo'yadi. Shuning uchun uchirib qo'ymasligi uchun men ovozini paka mana bu tadbir bo'lyapti-yu, mana marosim bo'lganligi uchun muzika bo'lyapti. Shuning uchun uchirib qo'yman. Hozir boks boshlangandan sraz yana ovozini qo'shaman. Avvalambor assalomu alaykum, yangi kirib kelgan akalarga, yana yangi kirib keldi safimizga, mana 700 ga yaqin odam tomosha qilyapti. Yangi kirib kelganlar bitta layk bosib qo'yamiz. Oy, buni ovozini tushiramiz. Ha, hali o'zbek sportchilarimiz yana 4 tasi bor, kayfiyatni tushirmaymiz. Xudo xohlasa 4 ta bokschimizga omad tilab, kommentariyaga gumillatib tashlanglar, kommentariyani va laykni. Xudo xohlasa yana 4 ta bokschimiz ringga ko'tariladi. Bularni ham jangini sizlarga jonli efirda namoyish etamiz. Eslaringizga chiqarmanglar, jonli efir.
Do'stlar, jang Sankt-Peterburgda Kubik gubernatori bo'lyapti. 3 kun 4 kundan beri bo'layotgandi. 1-2 ta boy qo'ydim. Ko'p kishi qiziqib ko'rmaganligi uchun men final jangini qo'yaman deb shu bilan to'xtatib turgandim. Mana final jangini kelishganimizda sizlarga jonli efirda namoyish etamiz. Hozir esa yana o'zbek chiqadi. Kimlar bor desalaring, astagina o'qib beraman hozir sizlarga. Abdumalik Xoliqov bugun hozir yutqazib qo'ydi bundan oldin. Endi hozir ringga ko'tariladi. Mirza Hamidov Nodirjon, Mirza Hamidov Nodirjondan keyin esa Zoirov Shohobiddin va Aziz Mirza Xalilov, keyin oxirgisi esa Bahodir Jalolovlar ringga ko'tariladi. Barchasini sizlarga jonli efirda namoyish etamiz, do'stlar. Прекрасные бои. Я хочу сказать большое спасибо организаторам сегодняшнего спортивного мероприятия за блестящий уровень, за высочайший уровень организации, достойный нашего города. Я хочу сказать, что Петербург за последние годы стал мировой точкой притяжения огромных спортивных праздников. На сегодняшний день одни из самых лучших мировых праздников проходят в Санкт-Петербурге, и бокс не стал исключением. Также я прошу обратить внимание, что в следующем году будет юбилейный, 10-й турнир. И прошу обратить внимание и подумать, как мы отпразднуем эту дату. Спасибо большое, друзья, и ждем вас всех в Санкт-Петербурге на наших спортивных праздниках. Спасибо. Дамы и господа, приветствуйте руководителя. Finalda 5-ta bokschimiz finalda edi, hozir 4-ta qoldi. Abdumalik yutqazib qo'ydi. Sal omadi chopmadi, shuning uchun yutqazib qo'ydi. Ya'ni 4 nafar bokschimiz bor. Здесь нами. Спасибо большое администрации Санкт-Петербурга, Федерации бокса России. И, конечно, приятно отметить, что руководитель Международной федерации бокса, теперь наш соотечественник и большой друг Умар Назарович Кремлёв, который поприветствуйте, пожалуйста, здесь. Умар Назарович, скажите, пожалуйста. Endi jang Nodirjonniki bo'ladi. Mirza Hamidov Nodirjonniki bo'ladi. Тут вот сказали, что Санкт-Петербург проводит международные турниры, очень много. Но самое главное, сказали, Санкт-Петербург является основателем бокса в СССР. Все здесь началось. И очень рад, что я сегодня здесь нахожусь. Здесь действительно дух боксерский, история бокса. И ребята сражаются по-настоящему, яркие, красивые бои. И также хотел бы поблагодарить всех организаторов, чтобы этот турнир состоялся, правительство Санкт-Петербурга. Ян Киркиган Акеле, ассаламу алейкум, если это будет Кубик губернатор. Kubik gubernatorini sizlarga jonli efirda namoyish etmoqdamiz. Do'stlar, yana 4 nafar bokschimiz finalda jang qiladi bugun. 5 nafar edi, Abdumalik yutqazib qo'ydi, shuning uchun 4 nafar bokschimiz qoldi. Shuning uchun yangi kirib kelgan akalar 1000 ga yaqin odam ko'ryapti. Bitta-bitta like bosamiz, boshqa akalarimiz ham sizlarga o'xshab jonli tomosha qilishlari uchun. Generalniy sekretar Federatsiya boksa Rossiya Kirill Andreyevich Shekutin. Dobry vechor, Sankt-Peterburg. На самом деле хочется поблагодарить в первую очередь организаторов сегодняшнего мероприятия. Сегодня здесь, в этом зале, собрались лучшие боксеры мира. Это репетиция перед Олимпийскими играми в Токио, поэтому это уникальное мероприятие. И отдельно хочется поблагодарить Максима Владимировича за то, что это мероприятие... Agar sizlarga qiziq bo'lsa, 4 talasini raqibini aytib o'tishim mumkin. Hozir kommentariyaga yozib qoldirishibdi, raqiblarini aytib o'taman. Mirza Hamidov Nodirjon rossiyalik Igorga qarshi ringga ko'tariladi. Shohobiddin Zoirov esa kazakistonlik Mahmudga qarshi ringga ko'tariladi. Mirazbek esa rossiyalik Dmitriyga qarshi, Bahodir Jalolov esa rossiyalik Ivanga qarshi ringga ko'tariladi. Судейская бригада в составе рефери Сергей Паршин, боковые судьи, первый стол Яролин, второй стол Юсупов, третий стол Галицкий, четвертый стол Тунар, пятый стол Мелис. Дамы и господа, приветствуйте участников третьего боя вечера, финального поединка. Весовой категории
9 килограммах. И в красный угол добро пожаловать боксер из Узбекистана Надиржон Мирзахмедов. Достар, мана өзімізді Надиржон ринге көтеріліп келмоқта. Звукыны өчіріп қойғанлығым сабапы музыкаға авторский право түсіп қалышы мүмкін. Шын үшін звукыны өчіріп қойман мен бар үзір. Агар да звукыны ем ашып қойсам, сілаға промо эфирді үзіп ташлайды. YouTube қану қайдасыға тор кемей. Шын үшін мен бар үзір сұрайман. Комментарияға қар қыл қақаратлық сөзді ішлетмейміз деген үміттемен. Розай Рамазан айды. Шын үшін достар. Маза қып тамаша қыламыз, азыр ринге көтерілады, сіраз авазын шығарып, чатке қыламыз. Мені 1100 адам көріпті. Рахмат кәттекен, қолларын дәрт көрмасын, 500-ге яқын лайк басылыпті. Хаддүші рахмат, хаммаларынге. Достар, бұл өзбек, қайсы мана бұл боксшымыз ринге шығып келеді болса, қайсы боксшы ринге шығады болса, қанақадыр орысша қошқылайға шығып келініпті. Бұл ешкім өзі таңдамаған, өзіміз боксерларымыз таңдап шықпаған музыкаға. Шүнші российский ма, европейский музыка қойылыпты. Хаммаға бір хил музыка қойылыпты. Оны авторский правасы бар. Шүнші мен авазын өшіріп тұрамын шу музыка болған уақытта. Мана бой башланды, бемалол авазын көтеріп қоямын, бемалол көрішлерің мүмкін болады. Дорогие друзья, и снова у нас с вами прямое включение здесь, в финальный день, в самый праздничный такой у нас атмосферный день на Тимбур-арене. И я вот специально сейчас буквально на несколько минут отходил, чтобы к нам трансляцию присоединился, прямо вместе с нами наблюдал за событиями Алексей Мазур. Я слышу даже, как вы приветствуете, Алексей. Спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо, Константин. Спасибо за поздравления. Да, 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 мне хорошо видно. Боксирует товарищ по сборной Тем России. Более, да, да, да. Игорь Царегородцев. Так что вот, наконец-то по очередности пошли бои. У нас с 49 с Мухачей начинают. Да, кому-то мы с вами вот прямо сейчас начали смотреть. Да, да, да. И, ну, скажите, пока вот у нас еще такой первый раунд, немножко втягивающая атмосфера. Вот как вот вам сегодняшний финал, как ринг? Расскажите вот все как есть, ничего не скрывайте. Ой, вы знаете, очень приятно было боксировать дома. После, вообще после длительного перерыва, у меня такой длительный перерыв был в боях. Я, получается, практически целый год пропустил. Сначала просто пропустил несколько соревнований, хотел настроиться на чемпионат России. Потом, к сожалению, вот этот с нами пресловутый всеми ковид вмешался в дело. И потом опять же болезнь на чемпионате России. Так, выправлю вам сейчас гарнитуру. О, вот так, о. Вот. Так, ага. Да, заболел. Сейчас, дружище. А то у нас сейчас идет прямой эфир. Сейчас немножко поправлю гарнитуру нашему гостю. Тем более прямо после боя. Все так нормально? Да. Все, работаем. Да, да, да. Да. И потом вот заболел ковидом. Опять был важнейший чемпионат России, на который, в принципе, был отбор на Олимпийские игры и на наши главные старты. Но готовился целый год. И тут раз у меня там за несколько дней до соревнований нашли ковид и пришлось пропустить. И так что я очень благодарен, что этот турнир организовали.
в Санкт-Петербурге, и очень приятно на нем победить, потому что очень сильно к нему готовились, подводились, очень было много сборов, тренировок, и, конечно, слава богу, что победили. Давайте тоже немножко вспомним. Здесь вы три боя провели, да, все разные соперники, да, все абсолютно разные. Но вы-то в своей манере, вы так действительно провели, я бы сказал, на одном дыхании. Ну, что-то особенное, может, вам запомнилось? Знаете, дома всегда приятно боксировать. Стены помогают, конечно, помогают. Но, и знаете, и ответственность гораздо больше, потому что ты знаешь, что на трибуны приходят твои друзья, твои родственники, просто твои болельщики, которые следят за моими боями, и которые мне очень приятно, что они здесь, всех их видеть. И, конечно, ответственность с этой стороны больше. Но знаете, как приятно побеждать дома, при родных трибунах, когда ты знаешь, что ты после боя не поедешь в гостиницу, а поедешь домой, где тебя встречают родные. Так что это самое главное. Дома, конечно, дома и стены помогают, что говорить. Но и опять же, и ответственность гораздо больше выступать дома. Ну что ж, давайте немножко посмотрим. Давайте будем так, одним глазом смотреть бой, а другим глазом вспоминать ваши выступления. Вот да, сейчас... Я, как сказал, да, товарищ по сборной России, Игорь Царегородцев, боксирует. Но сегодня у него опасный соперник, опасный сузбек. Достар, көп кіші комментарий озып қалдырыпты. Қайырдансыз деп, Өзбекистан... Қайырдасыз деп, Өзбекистанда манакалар. Исім Шахрух, шы каналда админы ман. Достар, сіларге губернатор көбігіні Джон Лейферді намайыш етмақта ман. Достар, 2000-ден зиёт адамымыз, акаларымыз bu jangni tomosha qilmoqda. Bitta-bitta like bosib qo'yamiz. Boshqa akalarimiz ham xabar topishsin, shu ular ham sizlarga o'xshab jonli efirni tomosha qilsin, do'stlar. Like bosish mutlaqo bepul. Bitta-bitta like bosamiz va kommentariyaga omad tilab qolamiz. Что бой, который был в полуфинале, видели, наверное, да, между Игорем Царегородцевым вчера и казахским боксером, он вызвал неоднозначное решение, да. Даже мне доводилось, не то что как бы решение, но реакцию, вот это точное слово, даже доводилось читать вот в эти дни серьезные казахские информационные агентства, информационные порталы, и там, конечно, они немножко удивляются, но это я мягко говорю, да. Вот. Но, тем не менее, вот да, такое было судейское решение, да. Вы смотрели этот бой? Нет, я, к сожалению, этот бой не посмотрел. Сейчас слышу от вас впервые, что вот такие комментарии были. Я просто знал, что Игорь победил, а как он это сделал, я не знаю. Я не смотрел бой, так что мне трудно комментировать. Ну, знаете, такое бывает. Игорь боксирует все-таки дома. Иногда бывает, что благоволит судейство, иногда нет. Ну, знаете, всегда кто-то будет недовольный, когда поражение случается. Все равно это либо с красного, либо синего угла, с одной, с другой стороны. Всегда же вечно будут недовольны. Так что победил. Как говорится, победители не судят. Тем более, я думаю, да, здесь судейство, конечно, очень объективно. Но бывает всякое. Я хочу, чтобы нас смотрит сейчас большая аудитория из Казахстана. Я хочу вам, во-первых, передать большой привет. У нас очень уважительно в Петербурге, да, относятся именно к казахским боксерам. Их прекрасно помнят и знают всех ваших чемпионов. И, конечно, и Серика Запиева, и Геннадия Головкина в любителях, и, конечно, профессионалах. И я был одним из первых, кто на профессиональный ринг и Петербурга, и России, и Пскова, и других городов выводили вот и Эрика Джайлаова, и Талгата Дасанова. Поэтому, друзья мои, вам не надо ни в коем случае искать какой-то предвзятости. Тем более, что очень хорошая дружеская атмосфера. И давайте как бы на это, может быть, и поставим точку. Алексей, скажите, вот вы говорите, что вот Игорь ваш товарищ, хорошо знакомый. У него такая необычная манера. Вот расскажите о нем. Вот смотрите, как он боксирует так очень, опустив руки, да? Да. Не в классической манере. Я так понимаю, Игорь где-то поймал кураж, наверное, скорее всего, раз он так боксирует. Часто боксеры, когда ловят кураж, они опускают руки, где-то начинают заигрываться. Но я вижу, что Игорю дается бой тяжело. Он узбекский боксер напористый. Я смотрю, что у него сил-то побольше сейчас сохранилось, чем у Игоря. И где-то он Игоря сейчас поджимает, и тяжело Игорю приходится. Но... Посмотрим. Это второй раунд, да, я так понимаю? Да, еще такой второй раунд. Ну, Игорь уже где-то, да, где-то, видите, немножечко приседает, он немножко держит уже узбека.
Да, абсолютно с вами согласен, потому что, конечно, сегодня молодое поколение трудно как-то, да, обвинять, что они молодых боксеров, что они не следуют какой-то классической манере. Они смотрят бокс зарубежный, да, американский. И вот почему нет, да? Конечно, да? Конечно. Потому что, все, конечно, все же смотрят на профессиональные бои, как ведут себя там спортсмен. Я инкрепкиген, ака ва укаларымызге, яна бір бор. Ассаламу алейкум, достлар, хозыр ринде. Нодирджон. Мирзахамидов ринге ko'tarilgan Igorga qarshi rossiyalik bokschiga qarshi bundan keyin esa bu bokschimizdan keyin esa сразу orqasidan Shohobiddin Zoirov Sabirxan Mahmudov qozog'istonlik bokschiga qarshi ringga ko'tariladi. Keyin esa Mirzahamidov Mirazbek Mirzahamidov Dmitriyga qarshi ringga ko'tariladi. Keyin ozgina perevib qilamiz va Bahodir Jalolov oxirida ringga ko'tariladi. Do'stlar, hamma janglarda sizlarga mana shuni jonli efirda namoyish etamiz. Do'stlar, bilasizlar, ko'p juda ham ko'p like so'rab yubordim. Shuning uchun o'zlaringdan bilib bitta-bitta like bosib qo'yinglar, boshqa akalarga ham tarqalsin. Boshqa akalar ham sizlarga o'xshab jonli efirda jonli efir ko'rishsin. Нет, да не-не-не, помогает. Помогает, вы знаете, да? Что, да, как говорится, боксера ноги кормят, знаете, тоже такая да, поговорка. Да, да, нет, часто. Я имею в виду, да, когда вот пытаются не уйти на ногах от ударов, никогда работают. Сейчас вот, кстати, да, ну, абсолютно, знаете, тут даже, как сказать, меняет стойку постоянно, да. Да, вот. Ну, это, знаете, это же все сделано, чтобы запутать соперника, чтобы соперник не присматривался, он же по всем трем раундам уже понимает, как с тобой боксируется, где-то Игорь хочет запутать соперника и с нестандартных позиций где-то бить. Так что это, ну, видите, узбек все-таки напористый, и все вот эти игры Игоря, он не подается им. Да, узбекская команда традиционно вообще прекрасно готовы боксеры, да, очень хорошо функционал виден, да очень, да. Они прямо такие все атлетичные. И узбекская школа бокса, конечно, она сейчас, наверное, одна из ведущих, потому что вы посмотрите, да, сколько у них чемпионов, и здесь какой состав они шикарный привезли. Да и вообще их доминация. И в профессиональном боксе много ребят хороших представлены, и в олимпийском боксе. Так что узбекская школа очень сильно, да, очень сильно развита и прогрессирует. Так что, ну и наша, знаете, не уступает тоже. Так что мы тоже идем к своим целям. Да, да, абсолютно вы правильно говорите. Мы уже не раз сегодня и в предыдущих комментариях говорили, все-таки мы уже работаем целую неделю. И приходили разные эксперты. Вот вчера был очень хороший день, день полуфиналов. У нас были вот в комментаторской кабине и Константин Николаевич Копцев, да, легенда тренерского цеха, Олег Петрович Кузьмин. И представители нового молодого поколения тренерского, Антон Кадушин приходил к нам в комментаторскую кабину. Все очень интересно рассказывают. И прежде всего, конечно, отмечают высокий уровень наших соревнований. Да, это Алексей, очень... давайте попробуем концовочку так проведем. Да, что сейчас будет, как вы думаете? Да, но видите, Игорю очень тяжело сейчас приходится. Узбекский боксер, видите, пытается доминировать, очень много ударов выкидывает. Игорь, конечно, где-то уже начинает клинчевать, где-то уже подвязывать узбекского боксера. Но сейчас не просто приходится. И тот, и другой уже устали. Сейчас, конечно, устали, уже, да, это видно, уже, конечно, уже характер сейчас. Во-первых, уже выходит. У нас с вами, да, и уже шестой день соревнований, да. Да, и сейчас. Не, ну Игорь продолжает двигаться на ногах, молодец, но видите, молодец, где-то, да. Где-то пропускает все равно, когда надо ручки все-таки повыше держать ему. Да, соглашусь с вами, да. Ну вот попал, ну, очень ровный бой, конечно, сейчас концовка. Да, все, звучит гонг. Ну, в любом случае, зрелищно, да, согласитесь, да. Зрелищный бой. Хоть и 49 килограмм, но ребята тут бьются тоже, знаете. Да, да, да. Очень-очень неплотно. Второй стол, Губатаев, Россия. Третий стол, Астахов. Ну, интересно сейчас будет, кто, конечно, одержит победу. Я так смотрю на красный угол. Секунданты довольны. Россия. И они уверены в своей победе. Ну, посмотрим решение судьи. Да, я думаю, как вы думаете? Я думаю, здесь, конечно, наверное, все-таки, да? Я, да. Боксер из Узбекистана. Боксер из Узбекистана. Да. Я тоже думаю, что отдадут победу. Дадут победу, да.
Вот слышите, да, слышите, дорогие да. зрители. А, сегодня совершенно другая атмосфера. Финальный день. Ой, да, вы знаете, конечно, да, при болельщиках это небо и земля, конечно. Так боксировать сегодня. Это сегодня праздник бокса. Сегодня праздник. Вот дамы и господа, ринг-анонсер. В этом поединке раздельным решением судей. О, вот видите, раздельный. Мы с вами, да. И стал победителем Кубка губернатора Санкт-Петербурга весовой категории до 49 килограмма. Боксер из Красного угла. Я болюшим мумкин эмас. Кордила дослар, бринч алтын қолга киритдик, худо холаса яна 3-та боксёримиз бор. Уларни ҳам жангини сизларга худди мана шундай қилиб жонли эфирда олиб берамиз. Янг кирган акаларимизга эса битта-битта лайк босиб, комментарийга Ўзбекистон учун битта-битта омад деб ёзиб қўйсак, жуда ҳам зўр бўлади. Дўстлар, ҳозир музыка бўлади, шунинг учун ман звукини ўчириб қўяман, яна бой бошлангандан узмайман ҳеч қачон. Фақат звукини ўчириб қўяман. Роза ойида комментарийга сўкиб, ҳар хил ҳақоратли сўзлар ёзмаслар деган умиддаман, дўстлар. Звукини ўчириб қўяман, музыка бўлган вақтда, атак музыка тугагандан сразу яна звукини қўйиб юбораман, дўстлар. А, дўстлар, айтишдан чиқибди. Энди эса Шоҳобиддин Зоиров, Сабирхан Маҳмудов казахстанлик боксчига қарши ринга кўтарилади. Ҳозир бу жангни ҳам сизлар жонли эфирда тамоша қиласизлар ва Шоҳобиддин Зоиров жангини якунлагандан кейин эса Миразизбек Мирзахалилов, Дмитрий Спик ким эди бу? Спивак, Спивак Дмитрийга қарши ринга кўтарилади. Россиялик боксчи у ҳам. Очень значимое. Ну, еще раз. Михаил Валентинович Романов. У нас сегодня очень много почетных гостей. Почетных гостей. Итак, да. На пьедестал заходил. Да, так зал посмотрел. Очень много почетных гостей. И приятно, что пришли на бокс сегодня. Молдову Дорин Букша. Молдавские, да, есть у нас. Do'stlar, tabriklash marosimi o'tgunicha biz bitta-bitta nima qilamiz? Taxminimizni qilamiz. Nima deb o'ylaysizlar, do'stlar, kommentariyaga yozib qoldiramiz. Keyin boyda oxiriga o'sha yutgan obunachimizga qanaqadir rag'batlantirish men hozir o'ylab topdim, shu rag'batlantiramiz deganim. Hozir shuni yozing, nechta oltin medal qo'lga kiritiladi? Shuni сразу screenshot qilib olib qo'ying. Agar sizning javobingiz to'g'ri bo'lsa, boyda oxiriga biz bilan bog'lansangiz, sizga kartangizga qanaqadir summa o'tkazib beramiz. Va'da qilmayman, buncha summa beraman deb, lekin qanaqadir summa o'tkazib beraman. Nechta oltin medal qo'lga kiritamiz? Boshladik. Mana shu yerdan men hozir zaps qilishni boshladim ekranda. Hozir agar topgan odam boyda oxiriga men u odam bilan bog'lanaman va prizlarni topshiraman. Наша команда. Абсолютно правильно. А остальным еще надо отбираться, этот тут пройти. Но Альберт сейчас уже спокойно, целенаправленно готовится к Олимпийским играм. Обладатель золотой награды. Ну и вот-вот, приятно, мы сейчас с вами увидим этот момент. Браво, браво. Браво, аплодируем Альберту. Молодец, Альберт. Радость на лице, конечно, ну, да, Альберта. Да. Вот эти тренировки, знаете,
наверное, все эти победы, которые вы сейчас, Альберт, и я стоял на пьедестале на первом месте. Все это, конечно, все это в зале, где проделывается работа титаническая, кровь и пот. А здесь нам остается уже показать красоту, бокс. И здесь, наверное, самое простое уже, что мы показываем. А вся эта работа тяжелая, да. Кровь и пот, это, конечно, в зале. Вот сейчас давайте послушаем обращение депутата Госдумы. От лица Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации приветствую вас на этом замечательном событии. Akalar promo efirdan jonli, ya'ni jonli efirdan chiqib ketmaymiz. Hozir yana sizlarga ikkita bokschimizni shu uzmasdan shu promo efirga namoyish etamiz. Hozir ringga ko'tariladi Shohobiddin Zoirov, keyingisi esa Mirazbek Mirzahalilov janglarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Вы не устали или победители раны не болят? Знаете, да, сейчас ничего, да, боже мой, я хочу, чтобы еще мы с вами один бой посмотрели с участием олимпийского чемпиона. Хорошо, посидите, побудьте, да, у нас, да, посмотрим, да, Шахабеддина Заирова. Очень-очень я жду с большим. Akalar uzr so'rayman yana bir bor, yangi kirganlarga bilmaydi. Ovozini o'chirganim sababli muzika bo'ldi, shuning uchun o'chirdim. Mana hozir muzika tugaydi. Srazu yoqaman. Ming bor uzr, muzikani biz qo'ya olmaymiz. Bizga huquqimiz yo'q unaqa muzikani qo'yishimizga. Muzikani qo'ysangiz, efirimizni o'chirib qo'yishadi. Так, интересно. Ага. Здесь, знаете, Россия, с таким откликом так откликнулся. И сегодня мне так целую поэму, знаете, написал, как мне действовать в ринге. И это очень приятно, я никогда не забываю. Дамы и господа, очень рад, что Олег Федорович, у нас с ним такие отношения, так что я ему очень благодарен. И все люди, и, конечно, наш руководитель спортивной федерации бокса, это Максим Владимирович Жуков. Спасибо ему огромное, что этот турнир вообще прошел у нас в Петербурге, потому что сейчас... Условия пандемии очень тяжело. Do'stlar, hozir Shahobiddin Zoirov ringga ko'tariladi. Ovozini o'chirganligim sababi bu muzika ketyapti. Mana muzika tushunarsiz bir ruscha muzika bo'lyapti. Shuning uchun ovozini o'chirib qo'yaman. Ming bor uzr. Kommentariyaga qayta-qayta yozavermanglar, ovozini och deb. Agar imkonim bo'lganda men ovozini shunday qoldirardim, o'chirmasdim. Nima qilaman sizlarning g'ashlaringa tegib. Men tushuntiraverib bitta gapni qaytaraverib o'zi nima bo'ldim. Shuning uchun do'stlar, salgina sabr qilasizlar, muzika shunday tugagandan srazgina zvukni ochib qo'yaman. Tushunganlaringiz uchun kattakon rahmat. Да, но сегодня ему тоже будет непросто, конечно, сегодня боксер с Казахстана даст ему, я думаю, бой. Ой, что творится в Петербурге, да? Какая поддержка здесь. Как прямо Лас-Вегас у нас с вами. Международной категории АИВА. Мастер спорта России Михаил Шашков, Россия. Узбекские, конечно, болельщики любят бокс. И Кубки Мурджонса собирает очень много зрителей с этой стороны. Первый раунд. Давайте посмотрим, понаблюдаем. Ой, молодец!
Очень хорошо, точно, выверенно работает Чехолигин, да? Очень, да? Очень чувствительный, все чувствую на станции. Вы помните финал против Алаяна Олимпийского? Да, помните, да, конечно, да. Конечно. Пока первый раунд идет такая пристрелка, сейчас ребята пристреляются и изучат друг друга. Скажите, ну а вот что делать, например, сопернику, когда против тебя олимпийский чемпион, чемпион мира? Что вот делать? Как готовиться? Знаете, мы на титулы не смотрим. Это, ну, олимпийский чемпион, это было несколько лет назад, это там уже было почти 4 года назад. Конечно, мы уважаем все эти титулы завоеванные. И есть сегодняшний бой, и, конечно, все возможно. Нужно выходить и доказывать. Так что ничего невозможного нет. Дорогие друзья, уважаемые зрители, я, конечно, еще раз вам напоминаю, что со мной сейчас комментирует этот бой не просто кто-нибудь, а это Алексей Мазур, победитель. Уже вот сегодня, прямо сейчас, буквально полчаса назад он стал чемпионом Кубка Губернатора, выиграл золотую медаль. И давайте просто какие-то напишем слова одобрения, слова благодарности, что боксер, который провел сложный финал, который провел все 3 раунда против очень сильного оппонента, против Габила Мамедова. И тем не менее, Алексей, вы нашли в себе силы после победы прийти к нам в комментаторскую кабину. Да. Спасибо. Сейчас, знаете, когда, да, когда уже турнир заканчивается, и просто ты можешь выдохнуть. Выдохни, и сказать, слава богу, что все закончилось. Не нужно теперь держать вес. Можно немножко выдохнуть, конечно. Немножечко, опять же, отпраздновать эту победу. И, конечно, пару дней для отдыха. И потом, конечно же, зал и новые цели, и новые задачи. Зал, новые цели. А, кстати, какие у вас цели и задачи новые? Знаете, посмотрим. Потому что сейчас с олимпийским отбором все непонятно, конечно. Он будет продолжаться в Париже, но дальше... Там, вот МОК объявил уже рейтинг, и по рейтингу сказали, что будет отбор на Олимпийские игры. Посмотрим, как там должен быть по рейтингу. А так, конечно, хотелось бы попасть на Олимпийские игры, но там получится, уже не получится. Не все от нас зависит, к сожалению, сейчас. А еще задача есть, будет чемпионат мира у нас осенью проходить в Сербии. Ставлю себе эту задачу, чтобы обязательно туда попасть. И обязательно надо тоже добираться до медалей. Также будет еще у нас чемпионат мира среди военнослужащих, кем я являюсь. Да, тоже серьезные старты, да. И старт будет в Москве, так что тоже очень важен для меня будет. Ну, давайте понаблюдаем сейчас за красным углом. Ну, наверное, все-таки комментатор, судья-информатор ошибся, да, потому что чемпионат вроде бы в 2020 году был, как я понимаю, Казахстан последний, да. Вот. Ну, может быть, нас поправят журналисты и комментаторы Казахстана, потому что здесь выступало сразу несколько чемпионов и призеров Казахстана 2020 года. Ну, ничего страшного, да, ничего страшного. О, вот смотрите, сколько, смотрите, да, как все сидят люди, да. Проводников, как тепло общаются. Конечно, приятно видеть. Денис Лебедев, Руслан Проводников. Спасибо им огромное, что они приезжают на наш турнир и, конечно, лицезреют все это. Это очень мотивирует и очень приятно, что все такого уровня посещают наш турнир. Конечно, конечно. Алексей, я все-таки еще раз позволю вас повторить вашу мысль. Вот, смотрите, вот. Очень сейчас уже, да, да. Узбекский боксер. Шахабеддин наращивает, да, мне кажется, да? Свое, да, преимущество. Да, да. Первый раунд был, конечно, пристрелкой, а сейчас, я думаю, он включится и будет наращивать. Ну, он тоже уже в профессионалах пробует себя, да? Да, узбекские боксеры, конечно, не только он один, они молодцы в этом плане. Они и не оставляют олимпийский наш бокс любительский, и также и боксируют на профессиональном ринге. Вы посмотрите, да, там
Джалолов сегодня выйдет тоже. Да, конечно, конечно. Которому мы желаем удачи. О, это да, мы ждем с особым терпением. Профессионалов, и какие успешные бои. Ой-ой-ой-ой. Попал, мне кажется, как у нас говорят, болтанул, как казаха. Да-да-да. Да, он тоже потратил много усилий, да. Вот о чем мы говорили, ребята уже включились, и красный и синий угол уже просто на встречных курсах идет борьба. Поединок, да, конечно, конечно, да. Да, и очень-очень серьезный уровень здесь боксеров, конечно, спасибо организаторам, конечно, что ну, конечно, посмотрите, вообще бокс от ножа идет, тут ни красный, ни синий, тут никто не готов проигрывать просто так, здесь медали добываются кровью и потом. Конечно, конечно, и вообще, Алексей, хочу, ну вы сами все это видите, и зрители видят, и болельщики, понятно, что прекрасная организация, я уже не раз об этом говорил. И знаете, это такие не комплиментарные слова, что обычно говорят «прекрасная организация турнира». Нет, даже не в этом дело, а дело в том, что все работает как часы, как слаженный механизм. Посмотрите, какая прекрасная трансляция. Акэ ва укаларымызге ассалам алейкум деймиз, достлар. Бу джанг Санкт-Петербургта. Боли бот япты, хазыр Джон Лейферда сіле тамаша кіляпсіле. Достлар, яң кіркілген акалар 1600-та лайк бұл қапты, лекін 5000-ге яқын акаларымыз көрепті. Малал кемасай, агар бітті-бітті лайк басып қойылар, лайк бейпіл, лайк немі үшін ман сөреймен. Башқа акаларымызам құдды сілерге оқшап, Джонли эфирімізге қошылып, Джонли эфирді бұл жаңларын тамаша қылысын. Бұл жаң финал жаңы, құда қақласа мана үшінші жаңы біз. Hozir esa bundan keyin esa Mirazbek Mirzahalilov ringga ko'tariladi. Eng oxirgi jang esa Bahodir Jalolov. Ularni ham hammasini sizlarga uzmasdan promo efirda, jonli efirda namoyish etamiz do'stlar. Я сам хотел купить билет. Друзья просили, много звонков было по билетам, но билетов нету. Все, раскупили очень быстро. И это доказывает, что у нас в Санкт-Петербурге любят бокс. И следят за ним. И, конечно, очень шикарный турнир. И спасибо, опять же, организаторам, что бокс, опять же, мирового уровня у нас проходит. Мы смотрим да, на вот боксеров, раз, на да. вот узбеков, на казахов. Это сейчас в топе боксера, который в топе, в мировом топе. И который будет работать на Олимпийских играх, боксировать, завоевывать медали, также на чемпионате мира. И бокс очень высокого класса, высочайшего. И очень приятно, что он на берегах Невы проходит. Ну вот сейчас вы сами видели, знакомая звучит команда «Секунданты за ринг». Да, показали нам, как работает красный угол, конечно же, показали, как работает... сейчас синий угол. Hozir odamlar ko'p bo'lgan vaqtda 5300 ga yaqin odam ko'ryapti. Bu jang tugagandan sonra chiqib ketmaymiz. Yana davomi bor. Sirazi Mirazbek Mirzahalilov ringga ko'tariladi. Bu jangni ham sizlar jonli efirda uzmasdan shunday jonli tomosha qilasizlar. Chiqib ketmaymiz. Я бы, конечно, еще отметил работу его тренера, да, и Штама Кабинова, конечно, да. работу. Ну тут и Штам Кабинов, я думаю, вы сейчас слышите, он тоже приходил нам. Ну, нас не слышит, он сейчас в углу, но я думаю, слышат его друзья. И потом посмотрят запись, тоже будет приятно. Да, конечно. Ну что ж, вот сейчас пытаются что-то сблизиться, вязать, да, боксеры Казахстана? Да, как-то... ну здесь немножко уже, конечно. Кстати, вот оно, хозырча бізді, алтынымыз бітті, да, хохласана шахабыдан зойров хам олады деген умиттамыз. Борьба на встречных курсах идет, конечно, никто не хочет уступать. Конечно, и да, это конечно. Финал. И опять же, правильно вы говорите, совсем нет такого, да, пиетета, что вот олимпийский чемпион, чемпион мира, я нет, заранее... Нет, конечно, как-то... ты когда на ринг выходишь, тебе это не важно, знаете, ты все забываешь. И также узбекского боксера, я уверен, что он не выходит там почивать на лаврах и там думает, что он олимпийский чемпион, и что сейчас он в пол ноги, как говорится, в пол руки выиграет. Нет, все доказывается в ринге. Да, очень концовочку, тяжело. Да, посмотрим. Сейчас, мне кажется, тоже будут концовки такие. Мне кажется, у даже казахстанца побольше сил конечно, сейчас осталось. Конечно, вот это он я хотел сказать. Мы увидим атаки вперед, казахстанца. Да.
где-то, конечно, и пропускает, но идет да, напористо. Что ему остается делать? Да, вот в этих последних мгновениях, почему нет, может пройти да, удар. Как говорится, идти лаки ва-банк панч. Уже. Да, идти ва-банк, да, вы правильно сказали. Да, тут третий раунд, тут уже характер, да. От характера много зависит. Да. Тут, конечно, сил, когда остается мало, или их вообще не остается, тут уже битва характеров. Да, вы абсолютно правильно сказали, красиво, образно. Битва характеров, дорогие друзья. Ох, смотрите, как, да? Да? Пропустил, да. Пропустил сейчас, да. Шахабеддин Заиров. Ну вот вы знаете, в предыдущем бою, в полуфинале, он тоже третий раунд не так провел ярко. И вот сейчас мы видим, что третий раунд. Ну как мы заметили, такой... да, что немножко он подустал в третьем раунде. Но наверное. Смотрите, он работает, да, он вроде подустал, но работает вторым номером и залетает удары. Так или иначе, они залетают. Он устал, но казахстанец пропускает. Ну, это уже класс, это класс, уже класс, класс. И, как говорится, победа на классе. Ну, мое личное мнение, объективное, ну, субъективное мнение, мне Заиров понравился побольше. Но посмотрим, конечно, судьи виднее. Не, ну я думаю, да, здесь каких-то сюрпризов не будет. Янкер киген акаларымызге, ассаламу алейкум, деп, біз яна микрофон қаршыстамыз. Достлар, чықып кетмейміз, бұл жаңынан кейін сразы Мұразбек Мырзахалилов чықады. У жаңынан тамаша қыламыз. Ва ахыргеда есе Бахадыр Джалолов ринге көтарылады. Худа хақыласа, оны хам жанлы эфир дастларге намайш етамыз. Достлар, янкер киген акалар, еслатып отамыз, бітті-бітті жанлы эфир үшін, бітті-бітті лайк. Босып қоямыз, агарда сізлеге малол кемеса. Бізді лайк текен мұтлақы. Сейчас дождемся, да, дождемся. И так, дамы и господа, в этом поединке единогласным решением судей победу одержал и стал победителем Кубка губернатора Санкт-Петербурга по боксу весовой категории до 52 килограммов боксер из... Ва молодец, Шахобиддин Зоиров. Икинчи алтын медал, муборак бусын, Узбекистан халқым. Икинчи алтын медал, сіздерге муборак бусын, барчамызге ғалаба муборак деп қоламан, достлар, шошылып қолдым. Айпке бұйырмасыз деген үміттемін. Достлар, чықып кетмейміз, хазыр есе Мұразбек Мырзахалилов ринге көтарылады. Бұл икинчи алтын медалымыз, яна икіта боксшымыз қалған. Мұразбек Мырзахалилов и Бахадыр Джалолов ринге көтарылады. Қачан музыка болса, фақат кена зуқын үш музыканы үшіріп тұраман. Музыка үшкеннен сразы яна мен йоқаман. Достлар, айпке бұйырмасыз, YouTube-ты айрым қонун қойдаларыға тоғыры кемейді. Мен бар үзір сұраймын алдыңдан, комментарияға хақаратты сөз жазмайсыз деген үміттемін. Достар, хазыр награждение болады, награждение тамаша қыласыз. Фақат музыка деген уақыт өшіріп қоямын. Мен бар үзу. Чемпион мира 2007 года, призер чемпионата мира 2009 и 2015 годов, обладатель Кубка мира, победитель Европейских игр 2015 года, двукратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион России и единственный человек, кому удалось в соревнованиях любителей победить Василия Ломаченко, легенда российского бокса Альберт Селимов. Akalar, zuvkini qo'yib qo'ya olmayman, chunki muzika bo'lyapti. Tushuntirib o'tdim. Yana kommentariyaga yozyapsizlarga.
Mayli, faqat shu muzikasiz o'tirgandan ko'ra hozir men qisqacha sizlarga yana nechta bokschimiz ringga ko'tarilishini aytib o'taman. Bundan keyin Mirazizbek Mirzahalilov va Bahodir Jalolov ringga ko'tariladi. Hozircha bizda 2 oltin medali. Oltin medali Nodirjon Mirzahamidov oldi va Shahobiddin Zoirov qo'lga kiritdi. Xudo xohlasa, Mirazizbek Mirzahalilov ham ringga ko'tarilsa, oltin medalini qo'lga kiritadi degan umiddamiz. Mirazizbek Mirzahalilov raqibi rossiyalik Dmitriy bo'ladi. Bahodir Jalolovniki esa u ham rossiyalik Ivanga qarshi ringga ko'tariladi. Do'stlar, barcha janglarni sizlarga jonli efirda biz xuddi shunday qilib namoyish etamiz. Faqat bizga muzikani qo'ya olmaymiz. Shuning uchun muzika bo'lgan vaqtda o'chirib turaman. Ming bor uzr. Faqat kommentariyaga so'kib yozmanglar. Ro'za Ramazon kuni har xil odam bordi, chatga so'kib, ovozini och deb so'kishadi. Lekin qaniydi, jonim bilan ochib qo'yardim ovozini, mani qo'limda bo'lganda. Shuning uchun YouTube'da qonun, ayrim qonun qoidasi bor, shunga to'g'ri kelmaydi. Kimlar yutdi, kimlar yutqazdi degan ekanlar, Abdumalik Xaliqov yutqazib qo'ydi, Nodirjon hozircha yutdi, Shahobiddin Zoirov yutdi, endi ringga Mirazizbek Mirzahalilov hamda Bahodir Jalolov ringga ko'tariladi. До 57 килограммов и в красном углу встречайте боксер, представляющий Россию, Дмитрий Спива. Said aka, menimcha o'zingizni hurmat qilmas shekilli kommentariyaga har xil haqoratli so'zlar yozibsiz. Ming bor uzr so'rab, sizdan zablokirovat qilib qo'yaman sizni. Chatga yoza olmaysiz. Men iltimos qilib so'radim. Kommentariyaga so'kmanglar deb. Vazmojus bo'ladi, men sirasi ovozini o'chiraman. Nima qilaman sizlarning asablaringizga o'ynab, men zukini o'chirib. Spetsialni qiladiganim yo'q. YouTube'da ayrim qonun qoidasiga to'g'ri kelmaydi. Hozir men ovozini ochib qo'ysam, sizlar boyni ko'ra olmaysizlar, chunki YouTube yopib qo'yadi.
Дорогие друзья, мы снова с вами в прямом эфире. Сейчас, подождите, я сейчас одеваю. Вы даже не поверите, что у нас сейчас находится в комментаторской кабине Руслан Проводников. Я слышу, как вы аплодируете. Вот. Слышите наши аплодисменты, да. Руслан, спасибо огромное, во-первых, что вы приехали. Во-первых. Во-вторых, что вы согласились присоединиться к нашей телевизионной трансляции. Большая аудитория, у нас прямой эфир. С приездом вас. Да, здравствуйте, дорогие телезрители. Ну, я хочу поблагодарить своих друзей за то, что пригласили на такое замечательное мероприятие. Вообще для меня, я в четвертый раз с прошлого года приезжаю сюда. Я просто в восторге от этого города. Влюбился в него. Да, мы вас всегда, кстати, с большим удовольствием. Вы у нас были и на церемонии, помните, да, на которое ежегодное вручение призов лучшим боксерам приезжали вы тоже. Помните, в концертном зале там мы с вами встречались, когда да. На сцене, да, как почетный гость. Да, еще раз хочу сказать, что да, на самом деле, как бы, для меня Питер это особый город, который, еще раз хочу сказать, что я в него влюбился, и этим летом я приезжал вместе с семьей сюда. Проводил время с семьей здесь. Ну вот давайте сейчас предлагаю вам выступить в роли телевизионного комментатора. Давайте посмотрим вот с первых мгновений, как вы вот попробуете этот бой прокомментировать. Если честно, вы знаете, я могу сказать, что я, наверное, дилетант в боксе, несмотря на то, что я чемпион мира. Ну, что я могу сказать здесь? Ну, во-первых, конечно, очень приятно, что сегодня поменяли формулу боя, сделали 3-3, и вот эта вот личная минута, которую добавили, она, конечно, уже дает о себе знать. Шлемы сняли. Очень бокс такой стал плотнее, более профессиональный. Ну и, конечно же, зрелищнее. Боксеры уже не бегают друг от друга, а стараются работать на средне-ближней дистанции, что мы и наблюдаем. Да, кстати, да. И, конечно же, от этого любительский боксинг, конечно же, приобрел зрелищность. Боксеры становятся уже на обе ноги, да, плотненько. И стараются как можно сильнее уже друг друга ударить. Ну, давайте сейчас посмотрим. Вот как раз угол российского боксера Дмитрия Спивака. Послушаем представление. Вот видите, призер чемпионата России, так-то уже такие есть в копилочку успехи. Ну, Руслан Михайлович, вы потрясающий, вы профессионал, вы были не один год чемпионом мира по версии WBO. Сегодня многие боксеры, любители могут выступать в профессионалах, потом возвращаться на любительский ринг. Как вы вообще к этому относитесь? Вот мое мнение, да. Вот мне кажется, все-таки нельзя было этого делать. Вот когда все-таки любитель снимал майку и обратного пути не было, все-таки профессиональный бокс и любительский бокс это два разных вида спорта. И сейчас же их сместили. То есть сегодня любитель может снять майку, потом снова одеть. По мне, докажется. Ko'p yangi akalarimizni chatimizda ko'rib o'tiramiz. Akalar yangi kirgan bo'lsanglar bitta-bitta layk bosib qo'yamiz. Agarda sizga malol kelmasa, agarda shunday janglarni o'tkazib yubormaslik va birinchilardan bo'lib tomosha qilishni istasangiz, kanalga podpisatsiya degan qizil tugma bor, o'shani bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, har qanday boy bo'lishdan qat'iy nazar, jonli efir qilganimizda va birinchilardan bo'lib qo'yganimizda siz birinchilardan bo'lib tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Do'stlar, biz eng birinchilardan bo'lib sport, boksni va MMA'ni yuklaymiz kanalimizga. Agarda kimda yangi bo'lsa, mana eski obunachilarimiz biladi. Shuning uchun yangi bo'lsangiz, podpisatsiya bilan qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Xudo xohlasa, zo'r janglarni sizlarga tezda va sifatli va promoy efir qilib namoyish etishga harakat qilamiz, do'stlar. Sizlar faqat qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. По большому счету, еще раз говорю, то, что сегодня формулу боя любительского бокса поменяли, и то, что сегодня ребята могут снимать майки и пробовать себя в профессионалах, в любителях сегодня, это, конечно же, для любителей. Те, кто все-таки ставит цель добиться в любителях высоких результатов, для них это плюс. Потому что они там
Как не в профессионалах можно набрать такой опыт? Профессиональный опыт? Конечно, конечно, да. Соглашусь с вами. Так что вот если с этой точки зрения, то, конечно, наверное, это хорошо. Ну вот смотрите, вот сейчас мы наблюдаем, да, боксер из Узбекистана. Очень хороший боксер и действительно очень сильная здесь команда из Узбекистана. И вот они как раз, в чем их плюс огромный, что они сумели сохранить, как мы называем, да, советскую школу бокса, наши традиции. И добавить все нововведения, все вот эта новая волна из профессионального, да, из, не знаю, там, из пуэрториканского, там, не знаю, из мексиканского бокса. Вот смотрите, как вот они... Не, безусловно, сегодня, да. Сегодня Узбекистан, он является, наверное, одним из лидеров в мире любительского бокса. То есть мы видим, что сегодня Узбекистан, что творят на всех, на международных турнирах, на чемпионатах мира, Европы. Мы только что видели олимпийского чемпиона, который только что перелетел. Конечно, вот я об этом вам говорю, да. Вот сейчас смотрите как, да? Почти все удары достигают цели узбекского боксера. То есть они, понимаете, они очень хорошо адаптировались к этому боксу. Очень-очень хорошо. Возможно, в этом их плюс, то, что они вот к этой формуле боя, к этому боксу сегодняшнему, они очень быстро, может быть, одни из первых адаптировались хорошо. И мы видим вот из-за этого их результаты. Вот, посмотрите, конечно. Бокс стал намного жестче, а узбеки у нас все-таки народ, он такой голодный, ну, в хорошем смысле этого слова. Да. И поэтому, возможно, они вот здесь, понимаете, вот и показывают свои результаты, потому что... Но это, кстати, чемпион мира. Я подчеркнул, что уже сегодня мы не раз об этом говорили, и вообще за неделю трансляции, что Миразибек Мирзахалилов чемпион мира, между прочим, на минуточку. Видно это сразу? Ну, это видно, да. Да. Видно по его классу. Давайте посмотрим. Третий раунд. Завершается этот бой. Завершается финал. Как вообще вам атмосфера? Ну, знаете, иногда вот зрители нас, комментаторов, ругают, что вот мы не комментируем бой как бой. Но иногда бывает, что вы смотрите бой, вы наслаждаетесь зрелищем действием боксеров, а мы, приглашая известных чемпионов, также стараемся рассказать о разных аспектах. И поэтому все равно я не удержусь. Руслан Михайлович, вас спрошу, как вам турнир вот этот вот сегодня, атмосфера, зал, организация? Если сравнивать с точки зрения вот, шоу, я хочу сказать, что вообще организация просто на высшем уровне. Я много где бывал, я на многих шоу присутствовал, и я могу сказать, что замечательная организация, замечательное открытие, шоу, и супер, супер, конечно. И мы видим, что самое главное, для меня очень важно иметь значение, да, огромное, да, да. То, что полный зал, практически полный зал. Да, это еще при соблюдении всех ограничений, всех рекомендаций, да, соответственных надзорных органов, а так, конечно, конечно. Это говорит, наверное, о том, что либо любительский бокс снова возвращает себе вот эту вот, да, зрелищность. Да, вот вы абсолютно любовь, правы, да. Вот, либо просто в Санкт-Петербурге любят бокс. Любят бокс. Вы приезжайте к нам каждый месяц, теперь будем вас приглашать. Нет, хочу сказать, что не только сегодня в Санкт-Петербурге, еще раз говорю, я много езжу по разным регионам, по разным мероприятиям, турнирам. Хочу сказать, что сегодня прям хорошая такая тенденция, везде наблюдаются практически полный зал, что очень рад, потому что мы помним, как чемпионаты мира проходили при пустых залах. Конечно, помним, да. Даже не будем вспоминать, это грустное, грустное. Ну, давайте вот попробуем, бой подходит к концу. Как вы думаете? Достар, если это будет Амис, Чахабуддин Зоиров и Нодур Джон, алтын медальны қолға кіртті. Яна хазыр мана Миразибек Мирзахалилов рингде көтерілген, ринге көтерілген. Хазыр есе кейін, төртте боксшыдан кейін, Баходур Джалолов ринге көтерілді, Худа хақласа. 4-ta oltin olamiz degan umiddaman. Do'stlar, agarda kanalda siz birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya degan qizil tugmacha bor, pastda o'shani bosib qo'yib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying va mana shu videoga bitta-bitta like bosing, butun dunyo ko'rsin o'zbeklar qanday g'alaba qozonadiganini.
Да, конечно. Читает уже, все видит, наказывает. Да, проваливает, не дает. Видите. Да, вот видите, да, раз ушел, да. Это узбекский бокс или советская школа? Да, вы абсолютно правы, да. Молодец, молодец. Такие все хорошо готовы функционально, конечно. Это тоже всегда потрясает. Но сегодняшняя формула боя, она это и несет за собой. 3 по 3 это уже не 4 по 2. Согласен с вами. Молодцы, молодцы, ребята. Хороший бой. Хороший бой нам подарили. Хороший финал. Do'stlar, eslatib o'taman, hozir keyin 4 ta bokschidan keyin Bahodir Jalolov, rossiyalik bokschi Veryasov Ivanga qarshi ringga ko'tariladi. Do'stlar, hozir bu 4-chi bugun jangimiz, hozir sizlarga promo efir qiladiganimiz 4-chisi bu. 2 ta oltin medalni hozir qo'lga kiritdik. Hozir mana Mirazbek Mirzahalilov ham 6 medalni qo'lga kiritsa 3-ta bo'ladi. Bizga keyin oxirgisi Bahodir Jalolov qoladi. Do'stlar, bu efirni hozir men yakunlayman. Keyingi efirga sizlarni kutib qolaman. Bahodir Jalolovni nimasiga? O'sha jangni o'tkazib yubormay desangiz, podpisatsiya degan tugmacha bor. O'shani bosib qo'yib, qo'ng'iroqchani bosing. Меня, наоборот, это всегда мотивировало, когда я выходил с более опытными боксерами, меня это мотивировало. Мы это помним, конечно. Я был голодный, мне хотелось доказать. Все справедливо, да, абсолютно справедливо, да. Mana 3-oltin medalni qo'lga kiritdi. Butun O'zbekistonni g'alaba bilan tabriklayman. Do'stlar, layklarni bosib tashab, kommentariyaga gumillatib, yondirib tashlaymiz. Do'stlar, hozir biz tez orada qaytamiz. Bizdan uzoqlashmanglar, jangni Bahodir Jalolovning jangini ham sizlarga jonli efirda olib beramiz. Do'stlar, shuning uchun jangni o'tkazib bormaslik uchun, Bahodir Jalolovning jangini o'tkazib bormaslik uchun kanalga podpisatsiya bilan qo'ng'iroqchani bosib qo'ying va shu videoga bitta like bosib qo'ysangiz, jangni o'tkazib yubormaysiz. Siz birinchilardan bo'lib ko'rasiz. Резкий, да, узбекский боксер. Такой, знаете, очень, да. Он не очень резкий, просто он у него очень хороший тайминг. Тайминг, да.